Действительно, есть сейчас категория женщин, которая решает, что я буду жить для себя. Это очень интересно, что в природе никто не живет таким образом. То есть яблоня, она яблоки свои не ест для себя. То есть корова, она не пьет молоко для себя. Цветок, он не нюхает сам себя. То есть вообще в этом мире счастье – это отдавать. И так в мире устроено. Это божественный принцип, это принцип красоты. Сердце, которое не отдает, оно становится более жестким. И в конечном итоге отсутствие обмена обедняет меня. Материнство для женщины – это одна из самых главных составляющих счастья. Даже если женщина, которая не смогла по тем или иным причинам родить, она как мать относится к кому-то, женщина, которая компанию свою поднимает и относится к ней как к своей семье, как к детям, такая женщина, она более счастлива.